когда он уже начал, говорит, зачем тебе туда-сюда бегать, твой штраф 1000 сум, оплати здесь, и можешь номер телефона, и начал как бы это мою руку гладить, трогать. Я тут же открыла дверь и выбежала с машины. Проехал. Мига Джоперем. Проехал Lexus черный и красный Матис. Вы их не остановили. Нет, после меня проехал черный Lexus и красный Матис. Вы же сказали, сейчас остановят. Они их не остановили. Они же проехали. Вы же мне сами сказали, сейчас остановим. Вот видите? Попросил машину сесть и вымогал деньги у меня. 1000 сом. Вот, пожалуйста, номер машины. Также не представился, закрыл машину. Вы будете представляться, нет? В машине у меня 1000 сом вымогал. Вот их лица, пожалуйста. Нет, я вышла, почему я должна давать? Вы будете представляться, нет? Я даже не знаю, кто они мне никаких документов не показали. Мне телефон дайте. Нет, я хорошо, я за свое нарушение отвечу. Вы мне свой телефон отдайте. Нет, после меня проехали две машины, вы их не остановили. Телефон верните. Телефон верните. Вот, пожалуйста, сворачивает та же машина, их не останавливает. Спокойно пропускает. Вот сейчас еще машина сворачивает. Сейчас посмотрим. Также не останавливает и это. А меня остановили, плюс в машине, машину посадили вот в эту машину и попросили у меня 1000 сом. Вот этот сотрудник кого-то вызвал на подмогу. Сейчас посмотрим, кто приедет и что сделает. Мага протокол жазып бересиңби? Мен жарым сааттан бери турамын. Мен кетемин. Атыңар ким? Вот, пожалуйста, пишет свое заявление. Это даже вот бильдерю, объяснительно идет. Мои документы держат в руках, меня не отпускают, протокол мне не дают, меня задерживают уже в течение полчаса. Не могу не уехать. Протокол писать или будете с места на место переходить? Вы мне протокол дайте. Давайте. Вот, пожалуйста. Протокол не выписывают уже полчаса, даже больше полчаса. Пишут свои документы. Отнимает у меня время. Вот, пожалуйста. Всех собрал. Все приехали. Все просят меня удалить видео. И обещают вместо этого отпустить меня. Без штрафа, без ничего. Вот, пожалуйста, машина их, которая на подмогу приехала. Черная Honda. Госномер 6322 PC. Че? Отпускайте! Имею право. Имею право. Нет, мое право. Когда захочу, тогда я... Руки не распускай. Руки не распускай. Нет, остановись. Нет, давай, удали документы. Вот, мне даже телефон сломали. Болду? Вот, пожалуйста, этот человек. Да, сняла. Где документы мои? Все, документы мои. На, где протокол? На. Где протокол? Пожалуйста, ради меня говорю. Протокол, да? Вы взяли? Мералдым ба? Да.
Вот только что на съемке было видно, что вы держали мои документы. Нет. Где мои документы? Вот, мы взяли, бас. А где протокол? Вот он написал уже. Бас? На экологическую ролю? На экологическую ролю? Чур? Сен мин сом сурадын менен? Сен сурадын. Машина... Еще эки машина да жөнөттүн. Нет. Этот, где протокол? Сейчас поставим его, бер. Нет, сейчас поставим бер. Поставим бер, может, протокол. Вы начали это, писать, дайте. Бас. Вы начали писать, дайте мне протокол. Хочу, бас, документы бер, да, чуть-чуть. Нет, он начал записать. Веня, отстань. Все. Где протокол? Бана, аз жазаттың ғой. А мне не жазбадың, мен документ берсем. Мен нарушение қылсам, не жазбадың аны протокол? Неге жазбадың? А? Бас, болды. Не? Қайса жіз? Асығақтан білесімен қайса жіз әткен. Сен камера чысын. А, ой? Ты у меня телефон не имеешь права отбирать. Болды, бас, кетіп қалай. О, бас, нет, нет, нет. Дай телефон, я милицию вызову. Они у меня уже третий раз отбирают телефон. Дайте телефон, можно я милицию вызову? Он глюкомен. Не-не-не, пусть он извинится, пожалуйста. Пусть извинится, пожалуйста. Кешрим бонду. А что кешрим сурасын? А бонду чекам, не сураем он. Чек, ну что, еще сурасын. Машинасында отуралып, мен машинасына отырғызып, что он мне предлагает? Он глюкомен. Болды мес? Сен қаяқтан сын, қайырды іштейсін, ему какое дело, где я работаю? Нет? Болдың бәрі? Болды мес? Если чем, да, спортивный гинул сам, уже можно, что это, что ли? Все, бас. Сен жақшы қызсың, сен. Вот, пожалуйста, приехала еще одна милиция. А, нет, это гаишник. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Лейтенант Жанабек. Жанабеков, имя? Мирбек. Мирбек. По какому поводу приехали? Как? Что случилось? А вам что случилось? А, меня остановили, вот все трое не представились, я даже не знаю, кто они. Посадили меня в эту машину, просят 1000 сом, домогался, пожалуйста. Еще 3 раза пытались мой телефон отобрать. Этот вообще забрал мой телефон что через 5 минут. А? Что, дались? Нет, я начала сразу снимать, он сразу начал оскорблять меня. Вот, который в машине. Ну, я остановилась, хорошо. Выписывайте протокол. Нет, он у меня же. Вы же к нему машину посадили меня. Вы же меня к нему машину посадили. Нет. Они сразу меня в машину посадили, расспрашивают, где я работаю, где я живу. Тот еще домогался. Нет. Нет. Они у меня третий раз. Этот вообще телефон у меня отобрал через 5 минут. Ты, да? У него еле вырвало. Они не имеют права. Милицию вызови. Нет. У меня все здесь снято. Вы что? Не снимайте, пожалуйста. Он мне говорит, нельзя снимать. Почему нельзя снимать? Можно. Никто не запрещал. Нет такого закона. Я сама юрист. Юрист? Да. Вот меня остановили. Они не представились. Я... Ола, мен саламатсызбы. Мені тоқтату шту. Мен тоқтап документті берсем, бұл жаққа, вот даже не представляются, берсем, алдыдағы бұл жаққа отыр машинаға деп, мынаға отырғызып қойды. Отырғызып тұрып. Алу алышты, отырғызып тұрып. Азыра достыма беріп қойды да, бар, кеткіле тезірақ деп. Менен кейін, вот, ана, мені тоқтат бойтасыңар машиналарды. Именно мені тоқтат. Анан кейін, машинасына отырғызды дағы, ешігін жалып тұрып, мега минсон берсең, дейді. Да, мынанда қолмаға, қаяқта іштейсің, дейді. Вот, он у меня 1000 сом просил, который в машине закрылся. У меня телефон несколько раз отобрали. Күйен бар? А? Қаяқта? Сіздің айдаушы көлтіңіз бол. Ова? Я сама за рулем, а? Айдаушы көлтіңіз бол. Где документы?
Где документы? А жан жазбайт пайл, акча сұратады. Акча сұрады го. Вот, который фит мичин дотырат, да? Бар? Вот закрылся за это. Заблокировал машину, пожалуйста. Машину только что заблокировал. Здрасте. Вот. Он эти 1000 сом себе попросил. Сұрадың машинаға фитке отырғызды ола? Фитке отырғызды, ешігін жауапты, мерде десе, мне қа отыр түш машинаға деп. Путың ал деп, мұна отырғызды. Мұна кіші отырғызды, бұл ішінде отырған кен, отыр мне қа деді. Отырдым. Кім атыңыз? Жәлі знақ көрдіңіз мі? Солға болған. Ола, мен көрбе қалтының болып тұр десе, машинаға отыр деді, отырғызды. Знақты бөріп алған қалған. Мені қарындаш мұна. Бұлар мұнан да. Менен кейін бір қара Лексус менен қызыл Матиз өттілі. Азы тоқтатады дейлі бар, тоқтатпады. А неге тоқтатпайсың араларды десем, ал өзіміздің ішіміз деп. Бұлардың ішінде тосқол болды ба? Кім? Мен бе? Не қылып тосқол болдым? Сөмкеге тосқол болды. Өте өрсі. Сөмкеге тосқол болды. А мен бұларға не? Жолға шығып сөмкеге қылтам ба? Я на бой. Не соблюден требования дорожных знаков, дорожной разметки, знак полный, налево запрещен. Мы нам на это сидим. Минсом, я штрафал, минсом был, мы говорим. Бул, минсом сидим штрафовали, минсом штрафовали. Минсом берсен, деде. Бул, минсом штрафовали. Минсом берсен, деде. Бул, минсом был. Чунь дорог, чунь дорог. Да, когда то один гин, как у меня телефон. Бар кете верчи деп немел гандар жазым. Ә? Олман тарту алды. Тартпа деп, нан да, жулу алды, нан чығарып, на экранын сындырып қойшы. Сындырып қойшы. Ескі мес азыр сындырды. О, фиттің ішінен түшіп кетті. Вот досым екі жолы жұлып алды ананың қолынан. Я вообще-то хотела, чтобы он просто извинился хотя бы. Да, да, да. Минсом төлеп қойырым мен, пожалуйста, а зато я буду разбираться с ним. Жоқ, кешірім сұрап қойсын, пожалуйста. Мен минсом төлеп қойырым мен, антимаға отношение қылғанның керегі жоқ. Та, екі күгін айт шақырам ба? Күгін көрдім. Когда я повернула налево, там стояли вот эти ППСники, я их только двоих видела. Окно у меня спущенное было, и один из них, там, который стоял вдоль обочины, попросил, чтобы я остановила машину. Я остановилась, они подошли, сказали, потребовали документы. Я дала им водительское это удостоверение и техпаспорт на машину. Он забрал их, ушел. Минут через две вернулся, сказал, попросил, чтобы я с машины вышла. Ну, я без задних этих, думаю, вышла. Он попросил меня сесть в свою машину, ну, в ихнюю. Когда я села, там уже внутри сидел другой, еще один их сотрудник, тоже ППСник. Вот, они мне вот ничего не, ну, ни имен, ничего. Просто они у меня документы забрали, и они просто вот вымогали деньги, да, они машину закрыли. Я осталась внутри машины с этим еще одним ППСником. Вот, и он мне говорит, ты работаешь, куда тебе в штраф выписывать? Я говорю, а как ты можешь штраф выписывать? Он, вот у них на руках были протоколы гаишников, то есть они не только меня, но они после меня еще несколько машин остановили. Вот, потом, когда он уже начал, говорит, зачем тебе туда-сюда бегать, твой штраф 1000 сом, оплати здесь, и можешь номер телефона, и начал как бы это мою руку гладить, трогать. Я тут же этот открыла дверь и выбежала с машины и вышла с достала с машины телефон, начала их снимать. Вот, начало съемки вот так и началось. То есть в этой съемке нету, где он у меня 1000 сом просит и где он мою руку трогает.
Они вот вырывали мой телефон несколько раз. В итоге несколько раз они еще и мой телефон уронили. Пытались удалить видео, но так как я сразу нажимала блокировку, они не могли вот разблокировать, и у них не получилось видео удалить. Потом они позвали своих этих, ну, начальство, гаишников, вот так. С этими гаишниками приехал еще какой-то их парень в синей спортивке, там на видео будет. Он был за рулем от машины, в которой гаишники приехали. Вот. В итоге он меня очень жестко толкнул. Вот. Ну, почему, мол, снимаешь? Вот. Сейчас я тогда написала заявление в прокуратуру. Прокурор сказал, я возьму твой телефон на техэкспертизу, но так и не взял. Когда он меня вызывал, когда я приезжала, сообщали этим ППСникам, эти трое ППСников с командиром приходили туда и всячески там то прости, то угрозы, там, если видео куда-то попадет, мы с тобой по-другому будем разговаривать, вот так мы договоримся. И в итоге, походу, договорились, они мне вот отказ прислали, я сейчас вам тоже скину их отказ. Я хотела обжаловать в областном суде, пошла, в областном суде мне говорят, ну, в Ожской области, они мне говорят, а что ты хочешь, говорит. Я говорю, ну, хотя бы телефон пусть восстановят, то, что мне разбили телефон. Говорит, ну, это их право, они имели право тебя остановить. Я говорю, они вообще не имеют права. Нет, они могли, то есть меня как бы за дурочку принимают. Я хотела вас попросить.